В одном доме судьба сталкивает лбами молодого дезертира, сбежавшего из армии, и его младшую сестру. Он тебе не поверил. Говорит, ты врешь мне, ты украла! По лицу меня! Че, кто? Этот малек? Папа! Насте кажется, что она такая же чужая в доме, как и молодой солдат. Ведь вся родительская любовь достается ее младшему брату. Мама сказала, что мы закусывали. Я говорю, папа... Пап, можно пожарить? Настя, ты не видишь, взрослые разговаривают, а? Пожалуйста, можно пожарить? Настя, не трогай, сейчас все уронишь. Ну, пожалуйста. Ай. Настя, ну... Настя, ну я же сказал. Ну что ты... Настя, не умеешь себя вести, иди в дом. Молодые люди в отчаянии совершают чудовищную ошибку, подвергнув смертельной опасности жизнь малыша. Драма «Чужой в доме» 12 октября в 22:00 на телеканале «Самара ГИС».